Ребята, добрый день. Сейчас мы на очередной несанкционированной свалке, которая находится на границе города Красноярска и Солонцов на проспекте Котельникова, недалеко от заправки «Газпром», от заправки «Роснефть». Только что уехало отсюда две машины, они разгрузились. Фильм интересный. Все, вопрос. Меня надо снимать? Отойди, да. Нет, а зачем машину снимать? Ну, да. Нет, для чего? А? Для чего? Еще нельзя свалку делать. Нет, почему нельзя? Это чья территория? А чья это территория? Человека, который территория, он сказал, что даже не снимает. Глину сказал? Уехал экскаватор, который здесь все заравнивал. Рабочие пояснили, что им дал сюда заказ возить руководитель на данного участка, что они здесь все равняют под склады, что эта территория частная, якобы они могут это делать. Вот. Экскаватор уехал, сейчас он там вот едет у нас вдалеке по дороге, но он, видимо, испугался съемок и поэтому решил все-таки покинуть место, потому что он не понимает, что данная свалка все-таки несанкционированная. Ну, спросить хотел, доски выбросить. Не знаю, ну ты сюда привез их? Так да. Просто сюда нет. Уже. Куда? На соседнего. На соседнюю же тоже нельзя. Но. Ну, видишь, ты все знаешь. Так вот и приехал спросить. Ну нельзя же, ты же понимаешь, что нельзя этого делать? Заехать куда-то. Ладно. Где положено. Но не надо искать. Я тебе хочешь место подскажу? Где? Бадалы. Ага. Кладбище. Там же знаешь полигон? Да. Ну вот туда. А куда еще искать? Ты смотри, поймают 150 тысяч штраф. И машину заберут. Ну вот, ребят, данная машина уезжает. Он, человек, понимает свою ответственность. Он понимает, что здесь этого делать нельзя. И он все-таки решил покинуть данное место. Ну, а мы сейчас передадим весь материал в прокуратуру и, соответственно, в Министерство экологии для дальнейшего установления собственника участка, ну и, соответственно, для дальнейших действий по ликвидации этой свалки и по привлечению к ответственности нарушителей.